Вы знаете, какой сегодня день? Да, Всемирный день почты. Сегодня Всемирный день почты, и мы проводим мини-викторину для наших клиентов, для гостей и жителей города Бреста. Мы предлагаем вам ответить на один маленький вопросик и получить маленький сувенирчик. Было бы здорово. Было бы здорово. Форма одеяла младенца, напоминающая о почте. Треугольник, конверт, прямоугольник. Конверт. Конечно. Вот так запросто Александр и его сын Иван Пономарёвы, гуляя по главной пешеходной улице города, стали участниками праздничной акции, приуроченной ко Всемирному дню почты. Разноцветные шары, сувениры и подарки сотрудники брестского филиала Пилпочты организовали целый калейдоскоп впечатлений для гостей и жителей Бреста. Настоящим гвоздем программы стал почтальон Печкин, один только вид которого вызывал у прохожих неподдельный восторг. Сегодня на улице Советская для нашего населения, жителей нашего города, в том числе и приезжающего населения, мы проводим праздничную акцию. Цель акции заключается в информировании нашего населения города Бреста в новых наших услугах, то есть продвижение наших услуг, таких как отправление ускоренной почты внутренней и международной, отправление письменной корреспонденции первый класс, отправление услуги линейки «Комфорт». Кроме того, сегодня мы проводим работу среди населения по правильности адресования почтовых отправлений. Особый интерес у прохожих вызвал прилавок с почтовой продукцией. Чего здесь только не было. Разнообразие ярких открыток и печатных СМИ, забавные сувениры и, конечно же, марки. У почтовой лавки горожане смогли проверить свою эрудицию, приняв участие в викторине. Те, кто давал правильные ответы, ждал сюрприз. Целая корзина поощрительных подарков. Съемочная группа БУК ТВ, не упустив возможности, провела свое экспресс-тестирование. Вы знаете, что сегодня Всемирный день почты? Да, я знаю, что сегодня Всемирный день почты. Как часто вы пользуетесь услугами почты? Ну, периодически бывает. Не скажу, что очень часто. Периодически. По праздникам бабушке открытки шлю. Сегодня на Брещине открыто порядка 570 отделений почтовой связи. Около 4000 почтальонов, операторов, водителей и других сотрудников почты ежедневно заботятся о том, чтобы письмо, денежный перевод или бандероль пришли по нужному адресу. Их ждут, им доверяют, их называют добрыми вестниками, а потому в свой профессиональный праздник они получают самые искренние слова поздравлений. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны почтовой отрасли, примите искренние поздравления с праздником Всемирным днем почты. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, успехов, процветания нашей почты и всего того, что каждый из нас сегодня желает себе и нашим родным и близким. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК ТВ.